что стоит чая. Да что стоит чая. Тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, головой склоняясь до самого тына. Тоже одинока дом стоит высокий, как бы мне не видеть, к дому перебраться, я б тогда не стала гнуться и качаться. Тонкими ветвями я к нему прижала, и с его листами день и ночь шептала. Нельзя рябине к дому перебраться, если